Как это бывает? Клиенты пропадают после первого обращения, теряются при заключении сделки, их воруют конкуренты. Обычное дело. Но мы хотим, чтобы нас полюбили и покупали снова и снова. Удержать клиентов, привести каждого к покупке – сценарий, возможный в идеальном мире, где по улицам ходят эльфы и пасутся единороги. Все намного реальнее. Для этого существует 7 техник клиентосбережения. Первый лайфхак. Возьмите под контроль все способы общения с клиентами. Люди стали меньше приходить и звонить. Им удобнее написать на сайте, чатиться в мессенджерах, в соцсетях. Гигантский поток информации, который нужно как-то обработать. Вы подключаете к серым телефонам, электронную почту, онлайн-чат и формы на сайте, социальные сети и мессенджеры, каждый телефонный звонок, все письма, сообщения из чатов и соцсетей, все автоматически сохранится в вашей CRM. Вы увидите историю общения с клиентом и сможете поднять нужный разговор в любой момент. Это все не ради контроля за менеджером. Просто CRM не даст забыть о клиенте, о важных деталях сделки и поможет продавать больше. Даже если клиент не купит сейчас, контакт точно пригодится в будущем. Вы получите готовую клиентскую базу с историей запросов каждого покупателя. Во-первых, ничего не потеряется. Во-вторых, вы узнаете, откуда и почему клиенты к вам приходят. В-третьих, сейлзы сосредоточатся только на продажах, а об остальном позаботится CRM. Долой ручной труд в офисе. Что с этой клиентской базой потом делать? И остальные лайфхаки по клиентосберегающим технологиям по ссылке.